Нет. Постарался, я человек все сделал. Галюня, как тебе ресторан? Вообще ресторан классный, правда, и не много. В Москве только всем распустили. Мы подрабатываем. Да? Будет все хорошо, солнце светит, всем будет жарко-жарко. Слышно меня? Хорошо слышно? Тебе слышно и видно? Видно. Просто на мне тренируйся. Раз, раз, два, восемь, один, эльку, ерек, вэц, экипин, шиш, дыш. Ну что, девчонки, готовы? Привет, привет, да. Готовимся, готовимся. Сейчас будем салат резать, делать красивый салат карнавал. Потом у нас на подходе арбузы будем нарезать, овощи, фрукты. Все такое у нас будет. Нарезка. Ждем, ждем время, еще рановато, поэтому подготовились, сейчас подготовились. Вот тут движуха пошла уже. Девчонки, что делать будете сегодня? Мы сегодня готовим очень вкусный узбекский плов. Так, ну, пока нарезаем овощи для плова. Так что сейчас все подготовим и в бой. Буквально минуту и достаю. Все отлично. Все, мистер гурман уже ворвался. Это сом. Сомик, да? Это сом. Очень хорошая, мягкая. Шампуры от Тиси. Москву. Везде. Везде так делаем. А потом... Красноярска. Будем ждать праздника. Спасибо, подходите. А мы вас будем ждать, приходите. Спасибо огромное. Через 3 часа мы салат готовим, плов берем. Так что подходите, все будем пробовать. Обязательно. Нет, в самый раз. Прям идеально. Мы бы больше приготовили больше. Готовлю, пробую.
Галина, помоги мне. Давай, на. Лучка зелени. А, давай, кидай. Давай. Кидай, все. Кидай. Давай. Добавляем майонез, перемешиваем, наше блюдо готово. Пробуем школьное питание. Давай, товарищ, ты школьник? Да. Пробуй. Питание, у меня внуки. Пожалуйста, если у вас внуки, вам очень понравится. Ой, люблю школьное питание, хорошо готовят. Так, ребята, это что у нас за организация? Мы поставим продовольствие города Казани. Мы работаем с школьниками, с детишками. И вот это то, что у нас представлено, мы все представляем в школы. Попробуйте, пожалуйста. А я пробовал. Смотрите, уже. Шикарный какой буритос у нас. Буритос я вас пробовал, класс. А меня шашлычок вы пробовали? А вот шашлык, нет. А вот надо вам попробовать шашлычок, потому что у нас очень вкусный шашлычок. Пожалуйста. Блогеры, которые сегодня готовят свои блюда и угощают всех желающих. Ну, это один из самых крупнейших блогеров России, Галина Кухня. Здравствуйте, Галина. Расскажите, что сегодня будете готовить? Выглядит очень аппетитно. Да, салатик целый день нарезала для моих любимых друзей. Приехала к вам на 100 тысяч подписчиков. Очень рада всех видеть. Фестиваль классный. Павлова молодец, постаралась, я порадовалась. Этот салат абсолютно без мяса, без картошки, без яиц. Спасибо вам огромное. Вам удачи добить 3 миллиона подписчиков. Чтобы у вас были, ну, вот много нижнекамцев можно видеть. Карнавал! Галюнь, как всегда, твой салат на расклад. Да, не говори, арбузы, дайте команду, арбузы нет, пускай приносят. Там арбузы, дайте команду. Волоха, я извиняюсь, что прерываю. Что насчет арбузов, где арбузы? Арбузы в этом, в рефрижераторе. А где рефрижератор? Газы стоят в этой машине. Немножко ускоряемся, потому что... Ну что, пацаны, что будем готовить сегодня? Будем делать хашлому. В пиве с жареными овощами. Будет очень вкусно. Скоро будет сотку. Ну, хотелось бы. Передаем слово профессионалам, пусть они дальше продолжают вести этот вечер. Алло, мы нарежем, мы на раздаче. Мы, если что, на сцене будем сейчас убежим. Кулинарных успехов вам. Спасибо. Спасибо. Анисе, держите. Видишь, да? Говорил, надо было торт не спеть. А ты говоришь, шашлыки, шашлыки. Привет, ребят. Что за канал привет, у вас? Привет. Скажите мне. Канал Армен Кулинария. Что делаем? Готовим, готовим купаты. Домашние и не домашние. Сам делал или кто помогал? Помогли. Домашние это от мистера Фишера. От Санька? Да. Саратова который? Да, все прям попробовали, все сказали супер. Саня делает классный, он нам присылал. Да, тоже. Молодец, молодец. Красава. Успевай накладывать, да?
Да, не успевает. Ребят, привет. Здравствуйте. Что за канал у вас? Канал Андрей Ротару. Ну дайте интервью каналу Галина Кухня. Молодой канал. Галина Кухня. Молодому каналу Галина Кухня. Дайте. Галине привет. Мы ее смотрим. У нас, ребята, сегодня, не поверьте, сердечки куриные, печень говяжья с кюрдюком, филе индейки, грудка индейки и креветки. Но скоро у нас будет и для тех, которые не любят мясо, овощное лечо на нашей чудо-сковородке. Вот так. Ладно. Пойдет? Акцент у вас молдаван. Все правильно, угадали. Чего? Мы 20 грамм по 20 грамм с Исаковича выпили. С Исаковичем? Давай. Да. Лов готов? Привет. Ты не готов? Закрыть. Есть прямой эфир от Арсена. Просит давай, привет так. Передать. Всем привет. Мы все туда. Мы с Галей. Я, Исакович и я. Давай, друзья. Спасибо. Володе, Володе желаем миллион подписчиков, также Арсену желаем побольше, побыстрее достичь. Галя, миллион. Своими миллионами надо делиться. Да, обязательно поделимся, да, Исакович? Итак, у меня миллиона-то еще нет, мне нечем делиться. Я еврей, даже когда будет, я всем нас скажу, что нечем делиться. Я лично поздравить. Спасибо, Галя, спасибо. Забили. На здоровье. Да. Все, Галя за базар ответит. Да. Я думаю, мне надо еще полгода где-то. Да ну, каких полгода? Мне кайф поймать не могу. Забыла, Гриша. Давайте с Ильей Исаковичем вдвоем. Это твои дети. Да, на Инстаграм. Смотри, пожалуйста. Давай я туда встаю. Владимир, на этом не все, потому что ребята к тебе сегодня приехали не только со своей кухней, но и с сюрпризами. И прямо сейчас я поздравляю Галю на кухне, Хан-Хан и Настю на кухне. Все они вместе сегодня собрались, чтобы поздравить тебя с приобретением 100 тысяч подписчиков. Дайте аплодисменты, друзья! Володь, мы тебя поздравляем и желаем тебе в ближайшее время побыстрее миллион, а там дальше больше. И я еще раз приеду к тебе, когда у тебя будет еще миллион, и 5, 10, каждый год. Спасибо, Галочка. Если кто не знает, канал Галина Кухня. У нее 2 миллиона с лишним подписчиков. 2 миллиона 200 тысяч вчера было. Поздравим Галю с 20 миллионами 200. Спасибо, спасибо. Я стесняюсь спросить, это настоящие камни, бриллиант. Ну а что? С максимальным количеством красивых блестящих камушков. Все это для Володи. Еще раз ваши аплодисменты, друзья! Потрясающе! Своим презентом. Тебе подарить такой подарок? Кавказа. От нашей широкой души Кавказа. Города Пятигорска. Такой. Это папаха, как у Хабиба. Валоха, Хабиб! Валох! И коньяк, Хабиб! Куда тебе больше аплодисментов, друзья! Великолепно. Спасибо большое. И на этом еще не все. Это мои любимые модераторы канала. Добрый вечер всем. И сегодня мы с Люсей в парке хотим тебе поднести символический подарок. Пусть он будет скромный, но он означает то, что ты по созвездию своему стрелец.
И мы хотим, чтобы ты всегда попадал только в цель, в десятку. Нет, ты прекрасный муж, ты прекрасный семьянин, ты чудесный дедушка. Чтобы всегда у тебя было только в десятку. Мы тебя поздравляем и желаем тебе... Очень мечтаем встретиться на миллионе. Готовить вкусно! Здравствуйте! Балуй, от всей души поздравляем. Вот это будет небольшим напоминанием о твоей очередной в жизни, которую ты перешагнул. Миллион, два и три. И мы всегда будем рады собраться. И пусть такие фестивали станут регулярными. Да, большое спасибо за приглашение, потому что я на таком роде мероприятии первый раз. Спасибо, Такир, ты чё? Такир здесь! Такир снимает. Собругалась. Спасибо огромное. Здесь наборы для самогонного оленя. Очень классно. У меня еще одно же хобби, я делаю вкусные напитки. А у Галочки с Такиром магазин для самогонного оленя. Спасибо. Ну, бросил на данный момент пока все. Спасибо, друзья. А мы продолжаем. Как принято говорить у блогеров. И у ведущих то же самое, на самом деле. Спасибо. Еще раз ваши аплодисменты. Волоха Кичин сегодня отмечает 100 тысяч подписчиков. Вот такая вот команда у Волохи. Так дружно, да? Классно. Молодцы. Молодцы. Задавайте вопрос, если что, ответим. Моих дорогих друзей, подписчиков и гостей фестиваля. Настоящий узбекский клуб. Я думаю, сейчас все останутся довольны. Это тарелка на меня. Готовили полдня. Да, вот это название, я даже не поняла, что это было. Значит, вкусный. Но тем не менее, Такир попробовал продукцию. Продукцию, да, попробовал. А ты принес? Да, я принес Галине, да, хотел. Давай попробуем, давай. У нас будет тушенка. Пожалуйста, пробуем. Для меня это большая честь предоставить продукцию свою каналу Галины Кухни. Да просто человеку Галине. Просто хорошему, красивому человеку. И главное, кусочками не разваливается, а именно мягкое. Цельнопусковая.
соль, специи, как вы скажете? Это грудинка горячего копчения. Пробуем. Ничего страшного, конечно, только работать. Вообще классно. Соль, специи, как по месте? А я пробовал, ребят, уже. Очень вкусно. Это Галина. Всем привет. Так, у нас идет дегустация. Так, далее. Я думаю, надо коньячок. Далее. Не пробовал, подходи тоже, попробуй. Далее. И далее, и продолжаем. И продолжаем. Вот так, я думаю, веселее. Вообще обалденно. Правда. Хочу представить колбасу. Это венский сервелат, пожалуйста. Это классно. Такой волнительный момент для меня, когда пробует эксперт. Классно, вообще слов нету. Но вот эти две вещи, вот я самый больше понравился. Копченая, чесночная грудиночка, пожалуйста. Ой-ой-ой, как классно. Сегодня было блюдо дня. Реально блюдо дня. А ну, отель. Это вот кто-то профессионал. Тоже копчит, поэтому... Так. Вот это на первом месте. Вот это было на втором, это на третьем. Вот это все, что вот идеальное, я считаю. Это все первое место, да? Да, первое место. Я хотела спасибо сказать вам такую вкусную кухню. Когда в спасибо, мои дорогие. Я много перепробовала. Да. Сюда наш канал. И готовьте вкусно. Вот два канала готовили плов. Я лишь помогала. Ну, праздничный стол. Не стыдно подать? Давайте сфоткаем целое вместе. Спасибо. Ребята, давайте. Хашлама. А и это вообще классная тема. Ее можно пить. Так, кто еще дальше? Эльмира Касамеева. Эльмира Касамеева. Есть такая? Бежала еще туда. Здравствуйте, ребята. Можно комфортно? Эльмичка. Да, я подержу. Подожди. Давай я подержу. Я вас слушаю. Еду, да? У нас дальше. Есть подарок, но не от нас, а от вашей подписчицы. Евгения Балан, молдаванка. Семья Балан, да. Ага. Она услышала, что я еду на фестиваль в Володьке, будет Галина Кук. И она сказала, если Галя там, можно ей передам одну бутылку. Ну, вино домашнее. Канал Андрей Ротаров от души. А это я подарю не вам, а мужу. Второй тебе. Это видеограф, по всей видимости. Так, все, друзья, перемещаемся обратно туда. Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Галина, тебе тоже спасибо. Bye.
название песни. Так, а что? Не строчку из песни. Это Маска Кабуки, Япон. Давай. Спасибо. Блины готовы. Так вот, они Дайте аплодисменты, друзья, представительницы прекрасного пола у нас на сцене. Поехали! Нельзя, абсолютно согласен. На всех блогеров, на всех каналах, под видео в описании. Подписывайтесь и до новых встреч!